Число граждан Турции, принявших участие в голосовании, начавшемся в зарубежных представительствах и на пограничных постах, превысило 1 миллион человек. Об этом сообщают турецкие СМИ. Процесс голосования в зарубежных представительствах завершится 24 мая. Граждане Турции, проживающие за рубежом, продолжают голосовать во втором туре президентских выборов, которые состоятся 28 мая. Thank you.